А в последнее время прибавилась еще одна. Рушится сотовая связь. Никто никому не может дозвониться, потому что все звонят друг другу и хотят поздравить с Новым годом. Я уверен, сейчас кто-то сидит и грустит. У себя дома. Не грустите. Это всего лишь неполадки в сети. Позвони мне, позвони. Диана Арбенина, «Ночные снайперы». Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Без тебя проходят дни, что со мною я не знаю. Умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека, пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе, я смогу, я не заплачу. Эту боль перетерпя, я дышать не перестану. Все равно счастливой стану, все равно счастливой стану. Даже если без тебя. Диана Арбенина, «Ночные снайперы». Ох, спасибо.